Всем привет! Добро пожаловать на канал Crazy Money, посвященный заработку в интернете. Прошу прощения, что так долго не выпускал новые видеоролики, потому что просто-напросто годных тем как бы я не видел, чтобы записывать их для YouTube. Какие-то темы были, но я их постил на своем телеграм-канале. И вот думал, что же записать на этот раз, какой способ заработка. И наткнулся на такой вид заработка, как заработок на бирже. Я расскажу о трех видах заработка, о безрисковых, и также есть заработок немножечко рискованный. Ну, соответственно, и профит будет больше. Во внимание я взял такую биржу, как одна из топовых бирж, называется Bybit. Она более лояльная гражданам РФ. И на данный момент у нее сейчас нулевые комиссии на спотовую торговлю. То есть можно торговать любой криптовалютой и не тратить ни копейки на комиссию, что очень-очень даже здорово. Я хочу провести такого рода своего челлендж, где мы при небольшом депозите сможем его разогнать до более крупной суммы. Я предлагаю начинать с суммы $100. Мне кажется, это самая такая оптимальная сумма, и позволить ее может себе практически каждый. Это ни в коем случае не финансовый совет, дело только лично ваше. Если использовать более профитный способ заработка, то риски есть, конечно, но, на мой взгляд, они очень небольшие. Я планирую со $100 разогнать депозит как минимум до $1000. Ну и, конечно, там уже больше и больше. Так что, если вам зайдет такая данная рубрика, то ставьте лайки и пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Для заработка нам понадобится, естественно, аккаунт, верифицированный на бирже Bybit, и депозит минимум $100. Первым делом переходим по ссылке в описании, регистрируемся на самой бирже, и нужно пройти верификацию KYC первого уровня. Как это сделать? После регистрации нажимаем в левом верхнем углу на свою аватарку и нажимаем верификация личности. У меня она уже, естественно, пройдена. Тут верификация очень простая, тут всего лишь фото паспорта и фото вашего лица. Можно использовать как паспорт, можно также права водительские. Ничего тут сложного нету. Тут все пошагово вам покажут и расскажут, куда что нажать, куда отправить ваше фото. Если кто-то не знает, как сделать депозит на биржу, пополнить любой криптовалюте, сейчас я вам вкратце покажу. Входим на такой сайт, который называется bestchange.ru. Это мониторинг обменников, где мы выбираем, можем выбрать любую валюту, будь там любой онлайн-банк или любой электронный кошелек, там Kiwi, WebMoney, без разницы. Ну и любую карту можно выбрать. И конвертировать ее в другую криптовалюту. Ссылочка на данный сервис будет также в описании. Дальнейшее действие нам нужно выбрать, ну, например, в моем случае я беру, отдаю я Сбербанк, а пополняю, предлагаю пополнять либо в тронах монеты 3x, либо в USDT. Самый оптимальный вариант, там минимальные комиссии. Давайте выберем $20. И пополняем. Дальше нажимаем калькулятор. Вводим примерно где-то 6500. Получается $100. Ну и вот ищем нам подходящий обменник. Вот самый первый. Вот, выбираем тот обменник, который выделен более таким черным цветом, например, вот флеш-обмен. Нажимаем на него, нас перебрасывает на сам уже обменник. Также у нас здесь вот справа появляется калькулятор обмена, где уже практически введены все данные. Сюда также вводим сумму, которую мы хотим пополнить. Получаем, да, $100. Указывайте номер карты, фамилия, имя, отчество владельца карты, почту и телефон. Нажимаете «Совершить обмен», отправляете деньги
владельцу данного ресурса, и получаете уже доллары в виде криптовалюты на баланс биржи. Нужно еще, кстати, скопировать адрес кошелька на бирже. Входим на саму биржу, нажимаем активы, спот, депозит. Ищем здесь USDT. Можно также ввести в поисковую строку. Таким образом. Самая верхняя. Выбираем сеть, ту, которую мы выбрали на сайте BestChange. Там я выбирал TRC20. Выбираем ее. Копируем кошелек. Возвращаемся на обменник. И здесь будет поле для ввода адреса кошелька. Ну, тут как бы тоже все просто. После того, как все сделали, теперь расскажу о самих способах заработка. Первый способ самый такой простой, но он может быть как прибыльным, так и не особо так очень сильно прибыльным. Набираем вкладку NFT. Здесь мы будем покупать за копейки новые NFT, которые еще только выпускаются. Нажимаем поймать. Я парочку уже успел прикупить. Вот следующее перспективное NFT будет. Это вот Angry Bunny через 15 часов. Ну, тут цена как бы уже более-менее кусающаяся, около $1. Ну, кто по желанию может прикупить. А так обычно при цены 5 центов. Также доллар за один сет можно покупать. Такая акция проходит раз в 3 дня. Ну вот, например, следующее Angry Bunny. Нажимаем на него. Тут у нас идет таймер. После окончания этого таймера появится кнопка «Купить сейчас». Быстренько, как можно скорее нажимаете «Купить сейчас», потому что количество ограниченное. При покупке, допустим, вот этой NFT, мы сразу же можем продать ее в 2 или в 3 раза дороже. То есть купили за доллар, продали за 2, за 3 доллара. Кто-то продал за $99, даже купил за $1, или я не помню за сколько, может быть за 5 центов, продал за $99. Согласитесь, да, неплохо. Ну, также вот если другую посмотреть NFT-шку. Вообще максимальная цена $160. Вот эту NFT, по-моему, я покупал за 1 цент. Ну, я как бы для себя просто коллекционирую, их продавать не собираюсь. Возможно, они в будущем чему-то пригодятся. А вы уже как бы сами по желанию. Это один из способов заработка. Второй способ заработка, это безрисковый. Называется, переходим во вкладку Bybit Earn. И тут нажимаем на вкладку SharkFin. Что здесь? Нужно иметь на счету минимум $100 в валюте USDT. И тут проголосовать нужно, какой будет рынок в течение 2 дней. Бычий или медвежий? В случае, если вы угадаете, то, например, от 1 до 15% плюсом. То есть, ну, давайте, например, возьмем 10%, да? Вы угадали, какой рынок будет. Бычий, да, 15%, ну, где-то 10%. То есть, уже у вас профит составит $10. Получится у вас уже не $100, а 110. Ну, и также медвежий. Все аналогично. В случае, если вы не угадали, вы все равно получите 1%. То есть, это такой заработок безрисковый совершенно. И самый интересный, на мой взгляд, заработок, это лаунчпад новых монет. Нажимаем на вкладку «Лаунч». И здесь присутствует два способа заработка. Как немножечко рискованный и совершенно безрисковый. Давайте расскажу о безрисковом. То есть вам также нужно иметь минимум $100 на счету. Вот видите, вкладка «Раздача в USDT». То есть нужно зафиксировать свои монеты USDT, чтобы выиграть долю распределения токена. Подробно ознакомиться с самой монетой, о ее перспективах узнать, то есть, так сказать, своего рода проанализировать немножко. Ну, давайте посмотрим, нажмем подробнее.
Тут есть у них официальный сайт, можно ознакомиться с white paper, социальные сети. Обязательно просматривайте социальные сети, посмотреть их активность, сколько подписчиков, сколько чего. Чем больше подписчиков и лучше активность, то есть тем самым монета перспективнее. И можно ее даже прикупить и продать, прикупить подешевле и продать сразу же подороже. Вот как мы видим из условия, нам нужно всего лишь зафиксировать $100, получить тикет и забрать в случае победы токены с этого аирдропа. В данном случае нам дадут 180 токенов, а курс составляет $0.07. Давайте посчитаем. Получим мы с этой раздачи в районе $13. Согласитесь, неплохо. Просто имея на счету $100, никуда их не девая, ничего с ними не делая, и получить сверху еще $13 просто так на халяву. Я считаю, это хороший вариант. Но по мне более интересный вариант — это участвовать в раздаче по подписке в токенах BIT. То есть нужно купить токены BIT, это биржевые токены самой биржи Bybit. Тут можно хранить минимум 50 токенов, это около $30 где-то. И здесь мы гарантированно получим хоть что-то от общего пула, хоть какую-то копеечку. На этой же странице также можно ознакомиться с самим планом, период снимков, когда будет балансов, период подписки. И еще один четвертый способ заработка, он тоже абсолютно безрисковый, хотя я сказал, что три способа заработка, пока записывал видео, вспомнил, что еще один. Нажимаем вкладку «Еще», тут спускаемся ниже и выбираем это событие «Buy Votus», где вот желтенькая рамочка еще наверху. Здесь заработок происходит какой? Здесь нужно просто проголосовать за тот токен, чтобы этот токен залистился на данной бирже. Давайте посмотрим вот последний раунд. Такие события происходят довольно-таки тоже часто. Вот предыдущее голосование уже закрыто. Монета, которая выиграла листинг, называется QMAL. Я знаком с этой биржей, как-то на ней регистрировался и получал аирдроп в токенах QMAL. И успешно выводил. Какой смысл заработка? Чем больше монет вы держите, долларов на счету, тем больше у вас есть голосов. Вы можете распределить эти голоса между тремя другими токенами, которые тоже могут залиститься на этой бирже. Голосуйте за тот, который вам больше всего понравился. Прошлое голосование, тут проголосовало за монету QMAL, она успешно залистилась, и все, кто проголосовал за нее, отдал свой голос, получили аирдропом токены на свой спотовый аккаунт. И может он их холдит, а может быть продал сразу. Это все о способах заработка на данной бирже. Это только одна из таких бирж, которые проводят такие акции. На этом данный обзор заканчиваю. И так он слишком уж долго затянулся. Подписывайтесь на YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете о таком виде заработка, в виде челленджа разгона с небольшого депозита до более крупной суммы. Также не забываем подписаться на мой телеграм-канал, где я публикую еще больше видов заработка и новости по предыдущим проектам. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока!